Я думаю, что Надежда Папкина, она неплохой депутат будет сейчас, потому что я не считаю, что это очень плохо. Я не знаю, буду ли я за нее голосовать. Наверное, нет. Но деятели культуры, соответственно, как мы называем их звезды, да, публичные люди, которые имеют опыт руководства какими-то компаниями и имеют опыт общения с прессой, имеют опыт общения с какое-то социальное влияние, и люди их знают. То есть не самые плохие депутаты. Я не считаю, что Бабкина может остаться в Думе.